признаем техническим, но то мы, что эта задержка была не минусом, а плюсом, потому что вы в основе своей смогли увидеть театральное чудо, подготовку спектакля при открытом занавесе, как быстро можно поставить декорации и создать на пустой сцене какое-то пространство, в котором будут жить люди, будет происходить какая-то история. Надеюсь, что действительно здесь собрались настоящие театралы. А история, которую вы сегодня увидите, такова. Это история о жизни ангелов в раю. Наверное, не все знают, куда пришли, на какой спектакль даже, потому что сегодня театральная ночь. И сегодня есть такая легкость путешествий в пространстве и времени. Так вот, мы совершим путешествие очень значительное. А туда, где, дай Бог, мы со временем каждый окажется.